Сразу три общественных пространства, которые благоустраиваются в этом году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», проверила сегодня специальная комиссия во главе с мэром города Юрием Шалабаевым. Это сквер на Ярмарочном проезде, сквер на улице Есенина и больничное озеро на Московском шоссе. Кое-где есть недочеты, но их обязуются устранить. Делаем новый сквер. Андрей, вот не вызывает никаких сомнений вот такое? Тоже даже вызывает сомнения. А, вровень должно быть. И пролито. И пролито. И пролито. Конечно. У вас три дня исправить до 1 числа, до понедельника. Деревья проливаем? Проливаем. Деревья проливают. Здесь очень активные жители. Смотрите, у нас вот вот от нашего дома вот сюда. Он все жители-строители просили, сделайте нам, пожалуйста, сход, потому что тут в основном ну, пенсионеры все идут. Ну, пойдемте посмотрим. Здесь не было запланировано, потому что здесь территория, но тротуар будет сделан. Очень рады, довольны. Давно ждали этого. Ну, хорошо, постараемся в этом году все закончить. На следующий год будем смотреть по очистке озера уже, да, чтобы озеро его прочистить. Взрастает, конечно, камышо вот видно, даже к домам уже подходит. В целом пространства получились очень хорошие. Жители довольны, хотя высказывают определенные пожелания по дальнейшему развитию. Это, конечно, получилось сделать благодаря дополнительной финансовой поддержке областного бюджета. Губернатор принял своевременное решение и были выделены на программу ФКГС на реализацию национального проекта дополнительные средства областного бюджета. Поэтому пространства получились такие, какие задумывались изначально по проекту, который формировался совместно с жителями. Есть проблема, как и по всем пространствам, к сожалению, есть проблема с вандализмом, поэтому попросил жителей тоже принимать участие в контроле за состоянием объекта благоустройства.